Вот это да. Паучок хочет поиграть, а? Чистая правда! Что произошло? Кошка, давай поговорим! Да подождите меня! Отвали, не то я отправлю тебя в Тихий океан! Как ты к нам вклинилась? А вы используете все тот же канал. Мачех, у тебя других дел нет? Фелиция, прекрати! Ты ведешь себя безрассудно! Кто говорит? Это ты, рыжая. Как там у вас дела со стариной пауком? Да хватит уже! Я пытаюсь тебе помочь! Не нужна мне помощь ни от кого из пауков! Знаешь, что умеет этот Джезл? Он нужен ей просто, чтобы красть картины. Грубо? Я вас слышу, клоуны. Воу! Поезд! Фелиция, могли пострадать люди! Осторожно! Охотники вернулись! О, я им правда понравилась. Мы с ними покончим. Мы остановим этого парня. Не надо зариться на мой артефакт. О, холодно. А я даже шарф не взял. Джезл перенес бы нас прямо к Крейвену. Все это не ради Крейвена. Почему ты не желаешь мне помочь? Ты человек-паук. Ты уже спасал город, спасешь снова. Паук был прав на твой счет. Ты думаешь только о себе. Вообще-то, это не твое дело, но... Моя подруга в Париже. И из-за меня она сейчас в беде. Ты бы все сделал для друга. Я ей нужна, там. Разобраться бы только, как прыгать дальше, чем на 10 шагов. МДжей сказала тебе не верить. Она умная. Но ты должен думать своей головой. Вон кошка! Взять ее живой! Она моя! Уходи! Открой себе портал! Не могли написать к нему нормальную инструкцию! У тебя получается уже лучше! Но недостаточно! Ничего, мы разберемся! Вместе! О, а ты смелый мальчик! Я человек-паук, не мальчик! Спасибо! Ладно, человек-паук, блесни талантом! Кто-нибудь, к нему! Вернись! Ну это просто без шансов! Вон еще, на крыше! Эй! Прыгай в портал! Не вляпайся! Спускайся к нам, паучок! Сюрприз! Это круто! Открыла еще портал. От помощи я точно не откажусь. А ты можешь остановить пули? У тебя есть паутина. Дай ею по орудию. Как думаешь, они приехали посмотреть на морских львов? Морские львы? Где? Ты знаешь, что они могут разгоняться до 40 километров в час? Соберись, тут охотники и много. Крейвен от тебя без ума. По силам. Не дайте пауку ей помочь! Берегись!
Аккуратнее, бля! Они явно пытаются измотать нас! Если я им нужна, им придется меня убить! Хорошо бы до этого не дошло, а? Не тормози! Уберите его от арбалетчика! А ты любишь собак? Я скорее как лисица. И это не собаки. Но такие же кусачи. Хуже. Берегитесь порталов. Беру на себя. Больно, наверное. Париж! И твоя подруга! Ты правда Человек-паук! Получай! Возьми. Сосредоточься. Представь Эйфелеву башню. Аривуар, Фелиция. Спасибо. Покажи мне Ли.